Dakāras rallī reizes 4. Posmā sacensību dalībnieki veica distanci no San Juanas līdz Chilequito. Kopumā tika veikti 450 km, ieskaitot 326 km garo ceļu, kurā tika veikta laika kontrole. San Juan atrodas valsts rietumdaļā ar vairāk nekā 112 tūkstoši iedzīvotājiem. Argentīnieši San Juan dēvē par oāzes pilsētu ar plašām ielām, skaisti veidotām avēnijām, upēm, kalniem, ielejām, kas padara pilsētu par neaizmirstam gan aktīvā sporta cienītājiem, gan ceļiniekiem. Re Auto klubu pārstāvošo Mitsubishi automašīnu ekipāžu turpināja demonstrēt stabilu un konkurētspējīgu sniegumu. Мы никуда не спешили, поскольку это марафон, до конца еще очень и очень много, он фактически вот только начинается. Вот. Находимся на 34-м месте в абсолюте, что я тоже считаю неплохо. Нужно спешить, там выигрывать какие-то минуты, чтобы там потерять подвеску. Все равно все будет решаться в песках. Наша задача на сегодняшний день, самое главное, ехать так же ровно, как мы ехали вчера и в предыдущие дни, не пробивать колеса и оставаться на той позиции стартовой, на которой мы есть, чтобы к концу эти дороги были не так разбиты, чтобы их более комфортно и безопаснее пройти. Пока у нас все более-менее хорошо. Единственное, второй день у нас был не очень удачный. Первый нормальный, второй у нас что-то не задался. Вот, были ряд проблем, которые мы решали, но мы откатились подальше. А сейчас карабкаемся обратно, ближе к той позиции, которую мы себе где-то примерно намечаем. Мы просто стараемся как бы ехать в своем темпе спокойно. Вчера без пробоя колес, без проблем. Вот, очень приходилось, правда, обгонять много, потому что опустились во второй день. А так, в целом, все нормально. С машиной проблем не имеем. Вчера вообще не вылезали из машины. Помогли выбраться двум экипажам. Одних выдернули, других там, ну, в общем, остановились. Помогли, чем могли. Проблем нет. Едем дальше. Успешно двигаемся к финишу. Узнецовам истинно 24-го вету. Tikai četras pozīcijas aiz viņa mērķi sasniedz arī Meļņikova duets. Tehniskas problēmas radās Tarjaņķevu ekipāžai. Vieglo automašīnu konkurencē 4. Janvārī ātrākais bija Monster Energy X-Ride, pārstāvošais francūzs Stefans Peterancels. No Re Auto klubu braucējiem pašlaik augstāko pozīciju ieņem Kuznecovs, kurš atrodas 22. Vietā, bet Meļņikovs pakāpies līdz 27. Pozīcijai.